Всем здорова, дорогие друзья, с вами Валерий, и вы на канале Валерий Хауса, то бишь на домашнем канале Валерки. И сегодня у нас такой вот необычный летсплей, необычная запись, вот, прохождение именно дендевского, ну или несовского, или, не знаю, Супер Нинденда, как хотите называть. Хотя нет, Супер Нинденда это, по-моему, другая совсем приставка, и там, по-моему, другие игры, хотя фиг знает, я не помню. Вот. Но не суть, короче, будем играть и проходить Супер Барио Брос. Барио. Супер Марио Брос. Дурак. Вот. 85-го года, короче. Игра. Вот. И. Короче, будем проходить каждый мир. Тут дофига миров, короче, в игре. Ну, даже можно увидеть, там World 1.1, да, там каждый мир разделен на несколько уровней. И будем проходить каждый мир. Вот. Один летсплей, один мир. Как-то так вот. Будь он там короткий, не короткий, длинный, не длинный. Ну, один мир, один летсплей. Как-то вот так. Вот. Не сокращая ничего, потому что здесь можно в игре сократить, по-моему. Сокращать миры. Ну, не суть. Ладно, погнали, короче. Плеер, гейм номер один. Ладно, три жизни у нас есть. Так, прыжок. Окей, погнали. Водопроводчик в деле. Водопроводчик Марио в деле. По-моему, мы играем за Марио, да, вот красный. А если играем на двоих, то второй игрок, по-моему, играет за Луиджи. Там такой зеленый или салатовый. Вот. Эй, Луиджи, ты совсем еще зеленый. По Марио это старший брат, по-моему, да? Луиджи, по-моему, помладше. Вот, вот таких вот кирпичных, да, вот, в кирпичных штуках бывают вот секретики. Так что надо стараться, короче, разбивать их. Гляди, стоп. Кстати, мы можем стрелять, да. Прикиньте, здесь даже есть оружие, мы можем стрелять. Так, это защита. Хорошо. Враги нам пока не страшны на время. Стоп, стоп, стоп. Стрелять мы можем, но... Ну, и так можем. Но за цветочек дают 1000 очков. Это хорошо. Это прям хорошечно. Вот. Вот. Никогда не понимал, вот, и до сих пор я не понимаю, что это такие вот за враги, короче. Кто они такие? Вот эти вот грибы или кто это вообще? Черепахи, ладно, понятно, это черепахи. А вот эти вот ползающие такие, там, двуногие. Кто это такие? Грибы или кто они вообще? Понятно, у них клюв есть, это какие-то вороны, что ли? Если, друзья, знаете, пишите в комментариях, короче. Мне прям вот интересно. Я вот с самого детства не мог понять, кто это такие. И до сих пор. Кстати, ну, в детстве я полностью не проходил игру. До конца вообще не проходил ее. И так, ради удовольствия, там что-то играл, у нее там побегал, умер и выключил, короче. Вот. Ну, а для канала, я надеюсь, я пройду все уровни каждого по очереди. Уровень, кстати, здесь это делал раньше вот так. Как-то разбегаешься и опа! Типа вот такого. Ладно. Тут, по-моему, где-то секретик, если мне не изменяет память. А, нет, нет, да, ничего. Хорошо. Нет, где-то должен быть секрет. Так, по-моему, он здесь. Да. Еще в правильном порядке надо разбить так вот эти вот кирпичные штуки, чтобы можно было залезть, там, допустим, взять, да, вот этот секретик. Вот. Здесь, кстати, по-моему, вот в этом уровне можно сократить аж до четвертого мира путь. Но мы этого делать не будем. Я вам просто сейчас покажу, где это можно сделать. Вот здесь вот можно сделать, короче, вот так вот перепрыгиваем сюда. Вот. И бежим до самого конца прямо. Я этого сейчас делать не буду, потому что экран
пройдет и мне не вернуться будет назад. Пробегаем там до конца, и там будет три трубы, короче. Второй мир, третий мир и четвертый мир. Вот там аж вплоть до четвертого можно сократить. Как-то так. Ну, кому интересно, пробуйте там. Если, конечно, еще кто-то играет в Марио. Вот. Здесь как-то разгоняться, по-моему, можно было. Я вот не помню, дай-ка попробую. Прыжок нет. А, да, вот, на выстрел, короче, нажимаешь и держишь. А, игра же на время. Тут же игра на время, точно. Чем быстрее уровень пройдешь, тем лучше. Окей, 1-3. Пока все идет гладенько, спокойненько, хорошечно. Красные черепахи. Хорошо. Здесь, по-моему, если вот до финального, короче, до босса сэкономить вот эти вот плевки, его можно будет просто тупо застрелить, короче. Вроде как. А так, надо там через него, короче, пробежать, либо перепрыгнуть там как-то. И под ним, сломать под ним мост. Ай, не убил. Ну ладно. Кстати, вот эти разгоны, они потом в дальнейшем должны пригодиться. Там, по-моему, надо будет перепрыгивать. Летающая черепаха. Ты видел когда-нибудь летающую черепаху? Красную черепаху летающую. Вот. Это так, короче... Так, попробую сейчас здесь. Надо заранее, наверное, на прыжок нажать. Нормально. Оп, 400. Ну ладно, 400 тоже хорошо. Лучше, чем ничего. Лучше, чем соточка. Вот. По-моему, есть еще какие-то китайские, короче... О, последний уровень. Китайские версии Марио. Вроде как. Но там полнейшая дичь. Вот. Я, правда, не помню, как они... Да стой! Как мне взять тебя? О, хорошо. Вот. Хорошо, хорошо. Нет! Зачем я это сделал? Надо было по низу. Твою мать. Окей. Накосячил, короче... Гриб в одну сторону, я в другую. Что, блин, такое происходит? Все, я, короче, просто накосячил сейчас и сделал сам себе жопу, короче. Не берем этот гриб. Бежим. Бежим так, попробуем так, короче, завалить. Точнее, не завалить, а... Все. Game over. Game, как говорится, over. Ну ладно. Пробуем заново. Пробуем заново. Куда нам спешить? Нам спешить некуда. Погнали. Вот, есть китайские версии, короче. И там полнейшая дичь. Если кто, короче, из вас знает, да, какие-то китайские версии, или там, не знаю, самодельные Марио, по-моему, они тоже есть. Это в домашних условиях, типа моды, не знаю, как это назвать. Вот. Пишите, не знаю, там, в личку. Да что ты, ни хрена себе, между ними, ты прикинь? Разве такое? Возможно! Да не попал даже, ну ладно. Вот. Пишите мне, не знаю, там в личку, ВКонтакте, наверное. Либо... В группе ВКонтакте, в предложке, короче, там. Можете написать, там, можете ссылочку оставить, потому что так вот, по-моему, их скачивать надо. Вот, их скачивать надо. Вот. В Steam в продаже их, по-моему, нет. Хорошо. Все, держимся, короче, экономим. Вот это вот все. Говно. Что изо рта у нас вылетает огненное. До самого босса. Я думаю, там, наверное, не заморачиваться с этим цветком сраным. И просто пробежать. Блин, опять я не смог перепрыгнуть. Как-то
О, 800! Прям 800! Хорошо. А где салют? За счет чего салют? По-моему, салют еще дают. За счет чего? Там какое-то определенное количество очков надо набрать, что ли? Дуги-дуги-дуги. 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 Мелодия вообще, зачет. Фу-фу-фу, чуть не накосячил. Вот этих сейчас их выносим. Хорошо. Так, где-то тут... Где-то тут должен быть... Да, цветочек. Погнали. Мочим-мочим. Звуки такие... Звуковое сопровождение вообще огонь здесь. Это же, блин, это же, по-моему, прародитель, да, вот этих вот всяких... НЕТ! Твою мать! Прародитель, короче, всех вот этих вот платформеров, вроде как, да? Я вот, если честно, я вот не знаю, а вообще существует ли... Перевей, вот Марио, да, какие-то там, не знаю, может, черно-белые какие-то есть игры. Есть же черно-белые игры, вот. Если тоже знаете, то напишите в комментариях, мне интересно. Ух ты, нифига себе, 5 косарей, ты прикинь. Вот это я сейчас дал жару. А салют? 5 косарей, где салют? Я потратил на вас 5 косарей, короче. Где, мать его, мой салют? Так, красная черепаха. По-моему, 99, короче, монет собираешь, или, ну, соточку собираешь, и получается жизнь дают. Так я сейчас заберусь. Монетки! Ай. Ну ладно. Время все равно у нас ограничено, так что зацикливаться сильно на одном месте лучше не зацикливаться. Так, погоди, здесь грибок должен быть. Хорошо. Гриб. И... Следующее место, где должен быть гриб, там должна быть, короче, травушка. Главное не просрать. Зачем? Нет. Зачем? Твою мать. Ну хотя бы грибок нам по-любому нужен, потому что, блин. Потому что, блин. Твою... Фу, я думал, не запрыгнул. Ну-ка, давай еще 5 кэсов. Блин, не получилось. Время, время, время. Хорошо. Не знаю, кто-то, может, в комментариях напишет. Во, нуб, о, это ж Марио, что ты как это, там играешь, да, не можешь пройти, что это? В первую очередь, я как бы, блин... Играю... Чисто в удовольствие. Нет, как бы, цели такой, что-то там, не знаю, круто пройти, там, знаешь, без смертей, там, или еще что-то. В удовольствие. Да, прохождение, да. Но... Это не такое прохождение, типа, профессиональное, знаешь, там, или что-то такое. Просто такое вот... Так, надо, я не помню... Ух ты! Нифига сам наводящаяся отрыжка. Нет! Что я тупил? Что я тупил? Надо было на этот лифт сраный, короче, запрыгнуть и все. На этот лифт. И все. Погнали. Погнали, наши городские. Наши городские сантехники в деле. Тут все засорилось, надо... Опа! Опа, красиво сейчас было, опа. Просто... Красота. Нет! Фу. Лифт!
Хорошо. Вот так. Вот и все. Делов-то. А я тут мучился. Thank you, Mario. Whatever princess is in on Forest Castle. Короче, мой уровень английского от бога. Вот. Окей, второй мир, но проходить будем его уже на в следующем видосе, в следующей серии. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем. Все-все-все там пишут, что в голову взбредет. Вот. И подписываемся, наверное, на Инстаграм, но что-то я добраться все не могу никак до этого Инстаграма, и все равно подписываемся, я думаю, в дальнейшем будет там что-нибудь всякое выкладываться, вот всякое разное. И всем, короче, спасибо, с вами был Валерий, всем пока.